приветствую. Как вы относитесь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к творчеству Степана Андреевича Бандеры? Я его маму нахуй вертел. Я тут недавно, я вас понимаю прекрасно. Я вот. Да, 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 не прикидывайтесь. Вы, я знаю, что вы, откуда вы и кто вы. Ну, это ж троллинг такой дружеский, что-то не воспринимаешь. Я понял, понял. А, вы вообще канал мой забросили, короче. Как забросил, так. Ну, вы блатной стали. Нет, нет, что забросил. Я с удовольствием сюда ходил. У тебя новый канал, значит, ты мне скажи, какой номер. У меня уже, бля, 5-й и 6-й открылся, а вы, блядь. Ну так у тебя, я подписан на первый этот, Джомани Лайф. А какой у тебя сейчас номер? 5-й. Ну все, зайду сейчас, подпишусь. А как же? Ну сейчас не надо. Ну, вот, сейчас пока стрим. Это мы сейчас, как коронный, это самый троллинг. Ну, вы попались мне, как раз меня сейчас казахи раздрочили здесь. Ага. И хорошо, что я вас узнал. Не, ну слушай дальше, я как троллю, оцени просто, одобришь и не одобришь. Я так их троллю, значит, вот купил полное собрание сочинений Степана Андреевича Бандеры, 435 томов, а в 202-м томе он развернул заочную дискуссию с самим лордом Резерфордом. А Резерфорд — это вот творец орбитальной строения атома, что мы в школе изучали, ядро в середине и круги с электронами. Вот, так я им говорю, что Степан Андреевич Бандера доказывал лорду Резерфорду, что украинский электрон не может находиться на орбите, потому что он щирый, свободный, незалежный и укромовный. Бля, не знаю, вот вы их там грузите. Извините, я так не могу. Я по Казахстану сейчас работаю. Хожу по Казахстану, говорю про юрту незалежности. И спрашиваю, почему блох в юрте незалежности и в шее они поставили на Украину. Ну, люди оттуда выходят, чешутся. И говорю, это за 5-ю точку почему-то держатся, говорю, не пойму, говорю, почему. Я не заходил, говорю, и не зайду. Вы хотя бы вазелин выслали. А кстати, вот если тебя кастрюлеголовый спрашивает. Вот, допустим, будет ли развиваться... Это казахи кастрюлеголовые. Нет, но я тебе про украинцев говорю. Вот они... А этих вообще? Вот как ты ответишь на вопрос, если тебя он спросит, будет ли над там Крымом или Донецком развиваться украинский флаг? Как ты отвечаешь? Если флаг Украины? Да. Нет, только может быть в каком-нибудь лагере. Ну, мыслишь правильно. Мыслишь правильно. Я им отвечаю, и рекомендованный ответ, конечно, будет над генеральным консульством Украины. Где-нибудь, это, знаете, Салихан там, где-нибудь, ну, там, я не знаю, там, какие там есть. И это, как его, помните, это, фильм-то был? Ну, короче, в урановых шахтах где-нибудь. Ну, да, да. Нет, ну, ты не понял, да. Генеральное консульство Украины, значит, Украина признает эти территории, что не их, раз они открывают там генеральное консульство. Вот. Делать не ходят, а их признают. Вот в чем смысл. Ну раз ладно. Я не понял немножко, да. Ну, да. Вы немножко постарше меня будете, вы более... Да ну, ладно, что ты, мы с тобой на «ты» всегда были. Ну, давай. Давно не общались, ты на «вы» перешел. Обожди, так если вдруг перевелся, значит, Джомани Лайф какой у тебя сейчас стримишь? С 5-го, 6-го? 5-й и 6-й уже есть. А, ну сейчас стримишь с 5-го. На 5-м я работаю. Да. А, ну окей, сейчас зайду. Надо восстанавливать, я же у тебя был постоянным гостем. Да меня постоянно банят же, постоянно. Ну, постоянно прилетает, я только наберу... энное количество подписчиков. 17 тысяч, 18 тысяч. Нет, первый у меня 170 с лишним, потом у меня 50 тысяч, потом у меня 17 тысяч, 16 тысяч, и сейчас этот 11 тысяч. Ну, понятно. Я тебе показывал такую купюру? Что за купюру? $100 trillion. Хера себе. Это доллар Зимбабве. Я говорю, вот такое ждет Украина инфляция. И только на туалетной бумаге будет. С ними все прикалываются. На них можно купить 2 бутылки пива. Ну, на Западе. В самом Зимбабве, может, и ящик можно было купить. Что хотел это?
Назовите свой канал, если я выставлю это видео, ну, с вами разговор. А, ну, ну что ж ты ж канал мой забыл? Ден Клуб, я, ты же меня раньше все время узнавал. Еще раз. Где? Назовите. Я сейчас тебе напишу. Нет, назовите, чтоб люди слышали. Канал называется, значит, общее название трех каналов, русская часть, Ден Клуб. Одним словом, русскими буквами, от слова деньги, Д-Е-Н, клуб. А главный канал Пендулум Олег, Ден Клуб. Ну я сейчас зайду, ты мне дай ключик, я сдам сам ссылочки на канал. Ну я сейчас не пойду там на канал искать что-то туда-сюда. Ну, да нет, нет, я сейчас зайду к тебе, да, поставлю приветствие. Дай мне ключик, я сам дам на свои каналы ссылочки. Но утром сделаю, сейчас не пойду, я сейчас поработаю. А, так ты сейчас не стримишь? Нет, у меня запись сейчас идет. А, ну запись, понятно, тогда без этого вопрос снимается. Я думал, у тебя сейчас стрим, да. Думал сейчас искать тебя. Нет, стрима нету, но запись у меня идет. Я сегодня я работаю по Казахстану. А, то есть у тебя сейчас премьера идет, да? Нет, премьеры нет, ничего. А, просто когда ты захочу, просто ты запись, а потом выставишь. Ну, все понятно. Да. Канал Ден Клуб. Ладно, Ден Клуб, давайте, удачи. Да, взаимно, да, выставляй, да. У меня там, кстати, вышло для любителей гимнов. Я сейчас на третьем канале, еще у меня Олег Закись Азота есть. Там я выставил все гимны Российской империи, все гимны СССР, гимны Российской республики при Керенскому, все гимны РСФСР, 5 лет, с 17 по 22. Это очень интересно для любителей символики. Понятно. Ну ладно, выставляй, да, спасибо. Удачки вам. Да, взаимно. Наше дело про... А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский это какой, чей отвечает? Ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком. А западной, західної України немає. Західної немає, і восточної. Немає восточної України. Є одна Україна. Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є схід України, є захід України, є східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Уровень інтелекту у Миколи Рушніця, на самом деле, это Геннадій Хазан, по-моєму, так його фамілія. Это уровень інтелекту креветки з Азовського моря. Хороший. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор
80 километров, а на границе с Россией 40.